Власти Тувы установили на 2018 год самую меньшую среди регионов Сибири квоту на временное проживание иностранных граждан – всего 100 человек. Правительство России утвердило соответствующее распоряжение, подготовленное Министерством внутренних дел. Примерно такая же квота определена для Республики Алтай – 120 человек. В остальных регионах Сибирского федерального округа готовы принять на жительство от 350 до 3000 человек. Кроме Тувы, до минимума сократили потребность в иностранной рабочей силе только 4 региона России – это Республики Марий-Эл, Чувашия и Кировская область, где число мигрантов также не должно превышать 100 человек, а также Ненецкий автономный округ, заявка которого на 2018 год составила всего 50 иностранцев. Количество квот на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства уменьшилось и в целом по России. В 2018 году разрешение на временное проживание будет выдано на более 19 тысяч меньше, чем в 2017. Напомним, что размер квоты утверждается федеральным правительством ежегодно на основании предложений органов исполнительной власти субъектов России, подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе, сообщается на официальном сайте правительства Тувы.